вас есть. И, безусловно, это наполняет своим позитивом, своим вот настроем. Ты уже точно знаешь, куда ты идешь и чего хочешь. Это очень важно. И я рекомендую вам сделать это 31 числа, накануне Нового года. А также это можно организовать вместе со своими близкими людьми, которые вас окружают, с которыми вы будете встречать Новый год. Вы можете сделать это совместно, это будет очень интересно, и это вас объединит, наполнит внутренне, наполнит вас позитивом, позитивным настроем. Вы можете вместе посоветоваться, там помечтать, даже рассказать. Может, вы запланируете какие-то поездки совместные. Это будет безусловно классно. Я уверена в этом. Это моя рекомендация, конечно. Я вот буду делать именно так. А вы уже смотрите, как вам будет интереснее. Может быть, у вас ваши способы есть, и вы поделитесь со мной. Буду очень благодарна и рада вам. Поэтому на сегодня у меня все. До встречи в следующем году. С вами была Татьяна. Green My Life, Ярослав Мудр-Воронцов. Живи на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Все, всем пока. Всех с наступающим Новым годом и желаю реализовать все-все-все ваши мечты и желания. Все, пока-пока.